Мне очень хорошо на душе. И сердце радуется. И вот ощущение какого-то наполненности и радости. Я очень-очень рада, что, несмотря на большую занятость, пришла сюда. И что у меня получилась такая замечательная картина, которую я повешу дома, и которую будут радоваться мои родные, и я тоже. Я не могу оторвать взгляд, да, это плохо хвастаться, но я действительно радуюсь тому, что делаю. И самый большой подарок, который мне сделал этот курс и все предыдущие, то, что я рисую с удовольствием, люблю с удовольствием, готовлю с удовольствием, и перестала осуждать. Поэтому все стало получаться гораздо лучше. Чувствую себя больше, более счастливой. Да, это 3,5 часа был, правда, мне кажется, даже меньше. У нас немного украли времени. Я бы посидела еще подольше. Но за 3,5 часа, вот даже те, кто ничего не рисовал никогда в жизни, ни разу, все равно могут рисовать такие шедевры. На мой взгляд, это шедевр.